Кызылорда принимает республиканский конкурс на лучшее торговое предприятие Казахстана. Прибывшие на конкурс более 30 номинантов из разных областей побывали в гостях у кызылординских предпринимателей. Один из участников конкурса – придорожный комплекс «Кызылорда» на международной автомагистрали «Западная Европа, Западный Китай». 47-летний предприниматель Муслим Музапаров впервые принимает участие в республиканском конкурсе. Первый раз участвуем в конкурсе. Общий проект у нас составляет где-то около 400 миллионов. 30 человек, да, которые работают у нас. Машина обслуживается в день 100, 200, 300 машин. Когда как? Сейчас сезон закончился, машин чуть меньше стало. Бизнесмен сам является бывшим дальнобойщиком, поэтому установил для комплекса и персонала самые высокие требования. Предусмотрел все условия для уставших путников. К их услугам кафе, гостиница, вулканизация, баня и даже пекарня. Коллеги по достоинству оценили работу Муслима. Очень даже понравились все объекты. Хорошие рестораны, хорошая кондитерская фабрика. Мы вот были, рубашки шьют. Я вообще за, чтобы производитель был свой, чтобы мы носили только все свое и кушали все свое. Очень понравился объект Кызылординский сервис придорожный, потому что очень много машин обслуживается, очень много людей обслуживается здесь. Кухня изумительная, люди отличные. В общем, подходит всем стандарт. Отметим, республиканский конкурс «Сауда УСДГ» проводится с 2002 года и является высшей оценкой для торговых предприятий. В этом году в нем принимают участие более 100 бизнесменов, 26 из которых – кызылординцы. В этом году конкурс проводится в нашем регионе, поскольку по итогам «Сауда УСДГ» 2017 гран-при выиграли кызылординцы, компания «Абзал ИК». Согласно положению конкурса, автоматический регион стал принимающей стороной. Мы очень этому рады. Гости посетили около 10 объектов местных коллег по бизнесу. Отметим, номинанты были удивлены масштабами поддержки предпринимательства в регионе. Алина Паражанбек, Булат Абденов, Канат Махамбетов, телеканал «Кызылорда».